пускай уже, но умоляю. Ладно, раз ты умоляешь меня. Если мы вайпнемся из-за нехватки ДПС, это тебе как значит. Ты ж тупой, какая нехватка ДПС, что ты несешь, блядь? Любыч, у тебя есть сова? Нет. Наката, у тебя есть сова? Эти, блядь, 10к ДПС, 4 шаг. Да. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Инра, не забывайте заливать. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце дрено. Поставьте почту пока что. Васап, объясни, пожалуйста, почему взрывом бить профит в любом случае? Мне вот говорили, типа, что ты что-то там объяснял. Я в группе скидывал там расчет. Ну, он по ДПС выигрывает, чем пытка. То есть в любом случае, да? Да. До капа хосты. Я могу рассказать после рейда, почему это не профитнее. У меня 1200 хосты. У меня 1200 хосты, короче. Ну, в любом случае. Сколько стоит взрыв разума? Одна секунда. А сколько он наносит? 20 тысяч. Но когда скританет, 1018 может, либо 19. 7 секунд до боя, Вями, подбегай к нам. Вот. Просто когда он подойдет. Ну, давайте растишку. Двадцать две тысячи крикнул еще взрыв. Бля, без яда бьёшь. Готовьте стрэш. Хорош. Побил трэш. Зина, резни меня. Не убивает. Защитите меня, МК дай, Влад. Баф на интеллект. Можно еще пристабав дух только бафнуть. Каску, протокол один баф на меня. От секунд трэш. Каску, Джунлерой, бафь мне. Защиту от темной магии можно еще бафнуть. Трэш 5 секунд. Войско дайте, кто не вызывал. Переключились, трэш. Я тут зависаю. Бывает. Клинок упал. Ролите. Короче, взрыв надамажил 164 тысячи. А обычный токены можно? Да, обычный можно, ждите. Ролите завоевателя. В группе ВК там по поиску набери пытка или взрыв. Ну, со всеми расчетами. Вон там обычные плюсы. Люди будут. Ну плюс они все. Подожди, а можно мне токены? Я что-то заслал. Жди. Какой бы жестокой ни была битва,
Никогда не отрекайтесь от нее. Да, блядь, геройский тупой. Ну тогда, кому это начистил? Блэк-то, Блэк-то. Тоха, дай ему. Угу, спасибо. Я в курсе, что осколок, он никому не нужен. Еще говорят, вашу эмо можно собрать, была у меня. Ну, портал откройте, не? Портуйтесь. Ну, стойте пока что тут, сейчас ждем Валькира. Сколько ты в WhatsApp хосты набрал, ЧП? 1270. Ну, у меня 1200. У меня было 1000... А, не, я был в крите тогда. У меня 1200, короче, и 40... Ну, 43, считай, процент крита. Бафайте меня, пожалуйста, пока что. Кто там что не бафнул. Стамину можно на 30 минут кинуть. Псих, слышь. Чё? Ты если бы сейчас Серсея была в рейде, она бы кричала, я тебя передамажила. Бывает. Какой общий ДПС? Там 300 тысяч, по-моему. Отойдите все поглубже, короче. Хорош. Давайте новую валю переключились. Ну что, с куда пойдем? Чумку. Чем кровь? Не, пойдем на чумку. Ладно, я побегу к тебе. Понимаешь, чтобы идти на чумку, надо сейчас пол рейда загнать на нормальных персов. Загоним. Тихни, шурупцы. Мне нужна цель. Слушай, я забыл, на гниломорде там вообще что надо делать-то? Ты кто? Если ты Артру, то тебе там стоять под боссами хилитрейд. Все, дисплей только, ничего не нужно. И нечего дисплей. Ну, бывает. Так, давайте да, сразу определимся. Экстрема. У тебя есть еще кто-то? Нет. Это плохо. Дальше. Боль. Так, а что вы с этим? Мы убьем профай в таком рейде. В таком. Гриня, ты помнишь, каким рейдом мы тогда волчать убили профа? Он сделал 8 замен, замены дал 10 траек, так что тут нехуй влябываться. Сейчас не будет никаких замен, и мы убьем с первой траи, проверяй. Ты мне говоришь, Джерри? Джерри, ты мне говоришь? Да. Мы вообще-то 22 человека убили профа и убили мы там, ну блять, ну точно не с 8-го трая, или как ты сказал, с 10-го там, ну трая, ну с 5-го, наверное, но там такие бомжи были. Ты когда первый раз после обновы мы с тобой ходили? Нет, после обновы первый раз мы со 2-го или с 3-го убили. С 3-го убили. С 3-го, да. Стойте, негр, целок. Ладно, давай лево, агри. Можно тогда правую собаку сагрить.
Прощай. Хоть бы тебя там вурдалак это доел. Поиск, дайте ДК. Не агри, не агри. Лучше это справа запусти ловушку. Хорош. Бейте себе ничку, захиливайте. У нас три хила. Дэпсись только сами как-нибудь. Заберите маленького ногу. Хорош, задефился. Сам себя что ли похвалил? Да. Уёбок. Спасибо. Смогу он гимн на ХП на следующем выступлении. Зачем? Чтобы рейд не упал. О, молодец, что дал гимн. Да, я случайно сдвинулся. Умница. Да я сдвинулся с места, блядь. Ну захиль ты хотя бы Джон Лероя, точечно захилива. Тильт, забери босса, тильт. У него ж мало хп. Что это за фигня была? Ну это самогон не дал гимн на хп, молодец, да самогон. Да я дал, я тебе даже могу скрин... Ну я, короче, с места сдвинулся, сори. Давайте резайте всех. Только не запускайте больше ничего. А? Нет, сейчас дам скрин, Джерри, он, если ты не веришь. То, что у меня на хд... Гейм. Пока не бог, Зина, залейте маны козырю сразу. Суманите, пожалуйста. Поставь лок шкаф, когда тебя резнут. Любыч, не АФКш. Резните лока уже кто-нибудь. Экстрему резните. Жонглеры, рез. У тебя 100% маны. Тыкайте шкаф. Тыкните еще раз. Ходис, ты Войд, Мунка, не вставайте. Войд. Собав, дайте. Гимн на ману спойте. Не знаю. Так, этот, Дима, стой тут. Этот, самогон, иди направо, запускай ловушку, я налево. Войск, дадите ДК, если что. Ёбаный по голове, блядь. Пиздят, пиздят. Войск, дайте ДК. Ходор. Я тебя поломаю. Ты чё, пьяный, блядь? Ходор. Отпился кола, наверное. Ходор. Ой, ты что, начал синтол колоть? Ходор базуки. Мод, блядь. А это была хорошая шутка. Пиздец тебе, иди. Сейчас добежим, рыбу поставлю. Ходор. На мувике можешь выебываться, блядь. Дебил. Все, ешьте. Заткнитесь, пожалуйста, Войд, заткнись. Хули я виноват. Злой к тебе домой. Давайте, фул ребаф, шкаф, еще раз. Ну пусть он как-то вернется к нам побыстрее. Леша, спикни с хила, пожалуйста, на этом боссе. Судован пур. Эрдру там вылетел пока что. Рыбу поешь. Нормальный у тебя решан такой, слышишь? Давай я похилю.
Нет, ШП. Короче, давайте в РНЖ. 2 ШП, 3 охотника, протопаладин. Это 6, потом Лизи Буллет 8. Нет, экстрема пусть под боссом будет. Я выйду в рейндж, и Простя выйдет в рейндж. Я, конечно, больше поставил, но так надо. Дайте кресты, дайте вообще фул ребаф, пожалуйста. Кресты бафните. Я игрок. Крест по магам. Крест по магам. Накурен хлам, бафы. Иначе я дом твой сожгу. Чё, крест по магам бафы? Нет, бафы, креста бафы свои. Стамина. Не хватает. Сейчас баф. Ага, бафнул, я вылез. Хорош, давай возвращайся. Еще раз в рейндж сейчас сам посчитаю, напишу в чат. Магон, почисти папку, где у тебя данные аккаунта, короче, не кэш, а геймлаг. Должно помочь. Видать, аддон какой-то паленый установил. Да нет, я в последнее время никаких аддонов не устанавливаю. Попробуйте, говорю, папку чисто удалить. Понял, не удали, ну куда-нибудь вырежи, а потом, ну, поиграй и посмотри, как будет. Правда, все настройки сохранены. Сейчас я почистил кэш, и это не помогло мне. У меня просто раньше ебать лагало, когда понял, коконы кастовали пауки, у меня пиздец, 3 FPS было, я думаю, что за хуйня. Ну, аккаунт переустановил, помогло. Чё ты не хочешь сову и или у этого демона выстоять на рейнджу? Не знаю, хочу, чтобы сова промазала. У всех есть бафы, у всех все забафаны. Вроде есть, давайте чек на пол. А у нас лок один, он демон причем. Каску нету лок. Дайте каску по локу. Да, Войт, у тебя что, жена перед компом сидит, что ли? Все, все готовы, тильт, начинай, кому сказал, в РНЖ остаемся. Типа поебаться решил. Давайте растяжку. Только ничего не диспелите, захиливайте. Будем надеяться на маленьких намагов. Хорош, экстрем, нажми глыбу. Зину захил. Почему, Зина, ты умер? А, ты, понятно. Он за дверью был. Бывает. Ладно, все, заткнитесь. Мунка на глыбу. Захильте РТД, я бью. Слава богу, не войти. Афер, слизня только не отпускай. Окей. Спасибо. И отверни его от рейда. Соло, ой, то же самое. Ой, бля. Захил соло. Хан соло? Да, хан соло. Кто умер? Хакер. Мунка, выходи на рейндж. Хана соло убили же. Пока не бог, рейс не хафтера. Пока не бог, рейс не хантера, хафтер. Не сводите с ним только. Экстрема, блин, нету уже. Сейчас большой будет, готовься. Сер, боль, выходи на рейндж. Не бог, есть не наката, если ты не резал ханта. А ты не резал, пока не бог. Все РДД, выходите на рейндж. Неки с бабл жми. Понятно. Падайте. Нихуя себе, вот это поворот.
Чё, Вайт, сколько нахуярю? Ох, а чё там с друидом? Там, наверное, Джоник пришёл. Ну, давайте быстрее умирайте. Ты бухой, что ли? Да бухой, он бухой, ты чё, не слышишь, что ли? Да он притворяется бухим. Языком. Ни одного раскола, блин. Я тебе жопу надеру, гусь. Жопу надеру. Меня зовут Войт. Войт, фразе я тебе в жопу дам, ты допустил ошибку. Так, если бы я одну ошибку допустил, получилось бы чё? Злой, зайди по хильнам. Что ты несёшь, блядь? Давай на бой, мой хуй злой. Да мне неким хилить-то. Чё, блядь? Вот давайте, вы хотите убить? Давайте, 100 голд мне, пожалуйста, я буду стакать нахуй. Злой, зади на Фурика. Голд сзади. Да нахуй нужен, нахуй, я передамажу как гуся просто. Вот. Даже стакать буду. Кидала, блядь, хилит нахуй. Кинул пацанам, блядь. Ну ты у них, пацаны, Новый год скоро, вон туда. Короче, блядь, ехал в такси, мне таксист такой чик, ну такой, сотку даю, ну такой чик, говорит, ну подъехали, кидай, запускай руку в мешок, говорит, бери конфеты, говорит, прикинь. Я говорю, как, за что, говорит, ну это подарок, говорит, от Деда Мороза, прикинь. Я хуею Не вешали бы 40 раз КД нахуй. А да если сюда последняя ссылка. Ну, натуре... Ой, ты сам с собой разговаривал? Прикиньте, в натуре, пацаны, вот еду в такси в натуре. Ну даю сотку. Че вы кикаете? Алло. Алло.